Иван Трушкин, телекомпания НТВ. Тут уже коллеги вспоминали слова Трампа в Варшаве. Было еще одно высказывание о том, что США готовы начать прямые поставки жиженного природного газа и в Польшу, и в Центральную Европу. Как вы такие намерения оцениваете, особенно в контексте планов по Северному потоку? Не станет ли газ новой, еще одной напряженности в отношениях с американцами? Я оцениваю это в высшей степени положительно. Потому что здоровая конкуренция, она всем идет на пользу. Мы за открытый рынок, за здоровую конкуренцию. Вот президент Соединенных Штатов вчера на сессии в ходе дискуссии сказал, что США выступают за открытую честную конкуренцию. И, кстати говоря, я когда выступал, этот тезис поддержал. Так что нас это вполне устраивает, потому что на сегодняшний день, если это будет так, открытая и честная конкуренция, не ангажированная политикой и не без использования каких-то политических ресурсов, то нас это вполне устраивает, потому что на сегодняшний день, это совершенно очевидный факт, любой специалист вам это скажет, себестоимость производства и доставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Россию гораздо выше, чем наш СПГ, даже СПГ, и несопоставим по стоимости с трубным российским природным газом. И у нас нет никаких сомнений в том, что у нас есть абсолютные конкурентные преимущества. Ну а чтобы они сохранились, наши участники рынка должны активно работать и должны сохранить за собой эти конкурентные преимущества. Северному потоку не станет ли газ новой, еще одной напряженности в отношениях с американцами? Я оцениваю это в высшей степени положительно. Потому что здоровая конкуренция, она всем идет на пользу. Мы за открытый рынок, за здоровую конкуренцию. Вот президент Соединенных Штатов, любой специалист вам это скажет. Себестоимость производства и доставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Россию гораздо выше, чем наш СПГ, даже СПГ, и несопоставим по стоимости с трубным российским природным газом. На сегодняшний день, если это будет так, открытая и честная конкуренция, не ангажированная политикой и не без использования каких-то политических ресурсов, то нас это вполне устраивает, потому что на сегодняшний день это совершенно очевидный факт. Иван Трушкин, телекомпания НТВ. Тут уже коллеги вспоминали слова Трампа в Варшаве. Было еще одно высказывание о том, что США готовы начать прямые поставки жиженного природного газа и в Польшу, и в Центральную Европу. Как вы такие намерения оцениваете, особенно в контексте планов по... Вчера на сессии в ходе дискуссии сказал, что США выступают за открытую честную конкуренцию. И, кстати говоря, я когда выступал, этот тезис поддержал. Так что нас это вполне устраивает, потому что...